Сантиметр за сантиметром, слой за слоем, под сильным напором песчаной смеси мемориальные плиты очищаются от краски. Сергей Беляев может на глаз определить, сколько лет здесь не было реставрации. 5 слоев краски где-то получается. Лет 10. Может, не делано. Мастерам по пескоструйным работам приходится трудиться в облаке пыли. Для защиты надевают специальный костюм. Завершить неприятную работу стараются как можно быстрее, чтобы приступить к следующему этапу. Заделаем все швы, загрунтуем, зашпаклюем. Потом покраска, загрунтуем. И покрасочные работы. Какого цвета будут мемориальные плиты, пока непонятно. Рабочие секреты не раскрывают. Говорят, все прояснится, когда привезут краску. Реставрировать будут не только сам памятник. Ждет обновление сквер у Штыков. В ремонте он нуждался уже давно, уверены горожане. Я считаю, что нужно облагородить парк, потому что и асфальт надо такой плитки выложить и покрасить, и чтобы было красиво это все. И немножко следить, постоянно пиво пьют, постоянно гуляют, семечки, грязь. За этим все следить надо. Цветов, зелени. Может, парк сделать, скамейки, чтобы гулять с детьми, может. По задумке черепаевских властей, сквер у Штыков должен стать изюминкой индустриального района и города в целом. Там малая форма, скамейки, урны, как обычно, дорожки, посадки, удаление аварийных деревьев, кустов, которые там есть. Завершить все работы планируется до 30 сентября, и уже осенью сквер у Штыков станет современным местом отдыха горожан.